Эксцентриссимо. Проснулся как-то утром принц Саудовской Аравии Аль-Валид Аль-Сауд и подумал, пойду-ка куплю самолет, двухэтажный, желательно миллионов за 500. Шучу, конечно же, принц не такой ветреный человек, и решение он принял не за пару часов. Двухэтажный аэробус А380 специально для него собирали 5 лет. На воздушном судне имеется все самое необходимое для жизни. Гараж на два Роллс-Ройсом, конюшня для лошадей и верблюдов, мраморная сауна со спа-процедурами и, разумеется, концертный зал с роялем. Но за этот лайнер принц не дал бы и ломаного гроша, если бы не специальная комната для молитв. Она вращается вокруг своей оси и, вне зависимости от направления самолета, всегда обращена в сторону священного города Мекки. Есть на борту и так и развлечения по мелочи. Гостиная с прозрачным полом, в ней видно все, над чем пролетает аэробус, клетка с ястребами и лифт из одной комнаты в другую. И не беспокойтесь, покупка эта не сильно ударила по карману Аль-Валида. У него осталось еще 18 миллиардов долларов. Эксцентриссимо.